Ну, наконец-то подрубка, да? Проверяйте. Your turn to pick. Подсказал урону Дазла ебаного не пикать. Я ебал играть в эти игры, когда Дазл есть в команде и еще один пассивный герой. У нас уже есть Дарксир, то есть если у нас уже есть Дарксир, то нахуя нам Дазл? Два пассивных героя, которые ничего не делают? Ну, врагов зомби. Это супер хуяло. Ну пика. Так, чекну стрим. Все вроде запустилось, проверяйте. Проверяйте. Я забыл вчера нажать на победу. Behold the race! I walk among you. Race, your king is here. Tis I. 30 seconds to battle. By any measure. Keep your thoughts to yourself. Слово, что это? Wise counsel. Не за боком, там БХ-щик был. Я хуй знаю. Frustrate yourself. Вкусная баунти. Ну я баунти взял, а наши союзники ФБ взяли. В принципе, нормально. Кто ФБ взял? О, Клопа, а я баунти. Я думаю, отличный размен. Что он делает? А, ясно. I want it all. I'm always at my best.
Бля, сейчас курицу убьет или что, блядь? Такое ощущение, что БХ курицу сейчас убьет. Может, такой паник хочет двигать. Ну вот, что у нас здесь, блядь? Пизда курица. Или не пизда? Ну, дефолт. Я не знаю, зачем купа дает курицу. Вот поэтому БХ пикают, потому что долбоёбы курица дают каждую игру абсолютно. В этом вся суть, парни. Понимаете, вот вы только что видели сами все. Было супер очевидно, что он её убьет, и квапа её отдала. Пиздец, ебаная курица. Блять, это долбоёб меня... Короче, ладно, я уже... Найс. Было найс. Блять, не туда. Я не знаю, где мне поставить кэфу. Мы не убьем его, сосала мужа. А теперь убьем. А где процент, интересно? В этой игре будет? Блять, хуйсос на БХ бегает, а просвета нету, как всегда. Я люблю доту. Вот с этого момента мне к крипам больше не подойти, мне кажется. Потому что я умру. Я рипарину. Если я подхожу к крипам. Нет, просто ему подойти к крипам. Забей, что это. А, не БХ там. Найс крит вовремя, блядь. Я обожаю эти криты по крипам. Не-не-не, не буду отдинать лучше. Я не уверен, что мы его убьем, у него что-то левел, хз, фул мана. Да, я умер. Да бей же дво... Блядь! Это ГГ. И не убили. Смотрите, это Лина тварь конченая, с ней не выходить. Если нас сразу начал бить, прям, моментально. ГГ, найс, найс, найс героя делаешь, блять. Ой, уебаны, ой, дауны, ой, дебилы. Ой, миллион ошибок просто от союзников. Ну, блять, просвета не было, это причина всех моих поражений почти в доту, блять. Нету просвета. Как я могу знать, что у меня три героя такой-то, если там нету просвета, блять. Я предполагал только двоих. Там еще, блять, пришел ебаный Леон. Ну если бы я видел БХ, я бы точно не подошел. Вот так вот, как я подошел. Так, нельзя играть, просвета нету, проигрываешь игру. Это дефолт. Все игры проигрываются за просветом. Банный сентри вард, когда он уже нахуй не нужен.
У меня ПТ очень позднее. Мне кажется, супер хуево все у меня. 5 левел у меня. У антимага 6 левел, у антимага все в 2 раз лучше. Джаггер мид? Интересно. Я могу сейчас изи еще раз умереть, потому что нет опять же просвета здесь, где нужен. Опять крит. Сука! Повезло до крипа. Я не знаю, мы его не убьем под вышкой. С 5 левелом. Мы его не можем убить. Один АФК. Супер хуйня, Алина очень ужасно играет. Сливает нам игру по факту, Алина в соло. Ну хз, у меня все так себе. Хотя 900-950, ну в принципе. Лина ужасно играет. У меня всегда хуёвые саппорты абсолютно каждую игру. Мне приходится соляного все делать, по сути. Купа теряет преимущество Смита. Ясно, Купа поехавшая. Снимаем. Ну а с персиком, блять. Я не знаю. Все очень плохо пока. Надо получить армлет и пойти его гангать сразу. Ну типа М это все зафармит, а не вайчес. Его все крипот убивает. Потому что это М. Мы его не убьем вдвоем. Не убьем вдвоем, я уверен. Он успел, блядь? Хотя убьем. Я хуйню несу. Я просто боюсь андайинга уже, блядь. Этот герой ебана имба, я, блядь, его боюсь. Слишком баланс. Ну теперь у меня армет уже есть, это уже другое дело, парни. Все так плохо. Я могу теперь АМ идти гангать. Я думаю, пойду его гангать без даггера, потому что у него хороший фарм, мне кажется. Ну, у меня, мне кажется, больше. А не, у него 2-0. Бля, у нас равный фарм. Думаю, у нас равный. Не, у него уже больше. Дэф тупо фидит его. Дэс. Походу, из-за Дарксира и из-за Лины проигрываем игру. Хуесосы, блядь. Он, блядь, ошибаются, не играют. Ну я не знаю, очень сложно. АМ выжил, блядь. Буквально на 20 хп там, видели, да? Урна не добила. Андайнга можно убить, ему помощи не будет, все герои заняты. Он умер. Это хорошо. Роату даггер. Мне нравится, что теперь стал хилиться от катапульты. Раньше такого не было. Когда на него скулы не работали. Думаю, еще за... завалю волну крипов. Мне надо этот фаст даггер срочно.
Побебошаем. Это very важно. Very важно. Sorry за альтап. Я, короче, перезапустил этот... Если кто-то донатил, то сори, парни. Я не знаю, почему он не срабатывает. Это для меня загадка. Ну что, они опять АМ нафидели еще, блядь. Но получилось хит, как минимум. ГГ. Мне нужен даггер по КП, после этого я смогу что-то делать. Ебаного Эмма 3-0. Забей. Ну у них пик получается слабее так-то, на самом деле. У нас пик лучше. Но просто Эмма слишком сильно фидит. Мы зомби дали пизды, теперь зомби юзлес. У него 3 фрага, но все равно мы ему дали пизды, то есть он свою задачу не выполнил в игре. Он не сделал то, что должен был сделать. Убейте Эмма хоть раз, пока я даггер не собрал. Я вас умоляю. Ясно. Так игру не выиграть, конечно. С промахом не станом. Меня клопа не даст одного крипа. Что-то под сомнением инфа. Кто-то уебан, блять. Сейчас я сдохну только из-за того, что мне клопа не давала крипа. Как кинуть стан? Он спрячется от меня. Шо? Изи. Не, да, крест. Да, да, выпил ману. О, дурачок. Не! Да, да, убил, проверяй. А чё, дальше фармить? Все мертвые, мне похуй. Может, АМ подойдет сейчас? Не? Только что хорошо подрались. Мне понравилось. Прям на варинатичах. Главное, что тут вардов не было, а то я инкарнацию потеряю. Но это значит не повезло, как всегда. Дорога, я устала. Я устала обращаться к тебе лучше во вселенной. Мне надоело надевать костюм в Рейскинга для секса. Ты понимаешь, что наши соседи боятся выйти из квартиры? Эти постоянные крики Крит, Баш, тебе мусор. Мне страшно. Нам следует разойтись. Прощай, Бигу сам. Кстати, почему-то не сработал звук доната. Я не знаю, это ебаные баги. Только робот войс подработал. Нужен ли вообще бойбой в этой игре? Долбоёб ебаный. Не знаю, нужен мне Блэдмейл или нет, я думаю, пока что. Считаю, что Эмма все супер идеально, 3-0 до сих пор. Команда мусор у нас, к сожалению. Но, наверное, Блэдмейл не нужен. Я склоняюсь к тому, чтобы взять дезоль сейчас. Хз, зачем? А может не дезоль? Посмотрим. Ну, Блэдмейл, типа, на Джаггернаута не работает, это факт. А, на антимага слабо Блэдмейл работает тоже. Только на ульт работает более-менее.
На Bounty Hunter хорошо работает Бэтмейл, на зомби так себе. На зомби почти не работает. То есть, на двух героев не работает. Ну я не знаю, короче. Сейчас подумаю антимага бринкаться у него. Дай ультиму. Найс! Пизда ему. Еле успел, блять. Хули ты афкашишь постоянно? Я смотрю, где антимаг. Мне не надо смотреть, где ты. Понимаешь? Я только на антимага смотрю. Там что, драка на небе? Ладно, акшили со поху. И у него итамы Battle Fury же, точно есть. Battle Fury и Кальтрон, Владимир сыграет. Окей. Это нормально, я БКБ успею. О, три фраг. В Глориус! Глориус Курьер, блядь. Да нахуй я тебя стакать, блядь, заебал. Я сейчас буду вниз идти. Давай, курица, идти вниз, я сделаю это. Здесь зафармлю, а топай потом вниз. Верки-деньки! О, сработало. Здравствуй, Хайл Раке. Это создатель Dota Ice Frog. Я запрещаю тебе играть в мою игру и рекомендую ее забыть. Мы создавали доту не для соло-социопатов, и такие проклятые завали, психи нам в комьюнити не нужны. Надеюсь, ты все понял. Нет, держись, ничего не понял. От нее подальше. Ничего не понял, проверяй. Батя, ошибка, я ему сам не смог дать. Блять, хелп, баратрун, ты что, дебил? Ау, даун ебаный. Сука, уебки, АФК каждую игру. Я бы его, конечно, не убил без крита, что 100%. Вот прям 200 даже. Эй, get back, там же Bounty Hunter. Надо идти снова в лес их. Хорош, гайс! Хорош, фаст, фриршан! Квоп, кам тайка егис, квоп! Хелло, квоп! Квопа егис не хочет. Стал на ДС и опять нафигил. Чтобы у него матч шлиха сдохла. Бля, там баунти. Мы-то проигрываем, блядь. У нас дау на ДС 1-6-3. О, дудашка. Сейчас бы на БХ прыгнуть. Блядь, ну, пускай висит. Я сейчас бы на кого-то прыгнуть, ну. Вот.
Да сука, ты меня БХ спалил, меня теперь видно, он просто дальше не пошел. Пизду эту игру. Долбоёб ебаный на БХ. Можете этого антимага хоть раз поймать? Почему они такие все хуесосы? Единственный, кто его убивал, это я. Что же вы только ошибаетесь? Вы играть можете, а не ошибаться? Где ДС, аитемы, блядь? Мека за 21 минуту? Какой же ты хуесос. Нас сплитят, команда ничего не делает, команда сосет хуй. Я если что, у Джаггера плюс антимага в лейте не выиграю. Надо, чтобы союзники тоже имели итемы. Go mid, retard! What are you doing? Hello, retard! Nice reaction, Клоп. Я ебал такого плана, такой мусор ебаный, она все забирает, но ничего не делает. Антимаг вот забирает башню, никто ничего не делает. Что-то Дизоль зарешал здесь в этой ситуации. Бей его! Найс! Привет, Артас, это я, синий моб из Пайом. Хотел спросить... Ну помогите мне, долбоёбы! ...тебе отдыхать в санатории на Крите. На! Который я тебе... На! Прослушаешь? Минус казарму, что такое? Солянова тащу игру, как всегда! Соло, без помощи! Ноль помощи было. Все сделал сам, абсолютно все. Минус казармы в соло. Купил этот заряд, попал, то вынес нахуй базу. До свидания, блядь. Сосалите хуяльте. Go fight. Nice detection. Go back. Да пошел нахуй, дай мне БКБ купить, тварь, кто там юзает? Не зли меня, блядь, я тебе в соло игру тащу, кто бы это ни был. В соло тащу, без помощи, в соло, все делаю сам. Да что за сын, блядь, ебаный. И что, думаешь меня победить? На! А у меня Эгис, сняра. Сняра-говняры. Ха, минус антимаг. Блять, ебаная тема! Ебаная имба зомби! В Рейскинг в лейте бьет 1000 лет, потому что, ну, вы знаете почему, да? Надеюсь, не надо объяснять. Просто зомби ебаного апнули еще для лейта. Тамбу нельзя убить, соло. Раньше я мог убить тамбу с одного удара, потому что на тамбу работали криты. А теперь, спасибо. 7 ударов. Спасибо за игру, Вольво. Вкусная игра, блять. Айс Вокдаун. Вот и все! Солянова! Может убейте тамбу, блять, хуесосы ебаные?
мы теряем героев. Go back, we can't. We can't finish. Ну и мы не можем закончить. Надо убегать. На мне трек висит, я не могу пойти с разворотов туда. Сейчас БКВ получится, я могу. Ну блять, хуй сот, я знал, что тут уже. Против ДД решил драться? Я тут выживу, в принципе. Мне не успеют убить, у меня есть. Да. Ничего мне не сделать. Я вынужден был БКБ прожать, иначе не манулось. Все норм. Сейчас муншардик будет. Оп, пока. Крысич на Дарксире, блять, ману все забрал. В смысле, всех крипов позабирал. Че несу, какую ману? ГГ. Your bottom tower has fallen. I'm always at my best. Конечно, ап муншарда, то что можно теперь просто два гиперсона покупать без свитка, это вари охуенно, а то бесило. Что постоянно надо свиток. Курицу надо освободить, с базы свиток нести, а так приходишь просто сейчас. Два гипера купил и все. Изи. Не то, что раньше. Вообще хуй знает, зачем свиток придумали для муншарда. Типа 300 золота свиток, что за пиздец. Это ничего не решает, просто неудобство. Что соливарня, парни? Нас опять минус хуесосы. И что, даун? Дауны не могут забить героя или что? Мобидев топ? Ну ладно. Заканчиваем. Солярити. Да добей просто. Ага, ага. Килтрон, ретард! Трэш, килтрон! Fucking трэш. Ебаный трэш, сука. Команда. Go next. Теперь против стрим-снайперов. Actually, so похуй. Я пытаюсь победить Плакича, так что надо играть против стрим-снайперов тоже. Ну, против даунов, которые играют на всю силу против меня, а за меня играют максимально хуёво. Как бы я отличаюсь от других стримеров тем, что... Ну, это, короче, Солянова, думаю, объяснять не надо. Копа, на самом деле, хорошо играла, но я лучше. Я думаю... Как бы многие не понимают, что я отличаюсь от других стримеров тем, что когда за меня стрим-снайперы, то они худшие дауны, просто нули, просто конченые хуесосы. А когда стрим-снайпер против меня играет, он играет, я не знаю, он играет на 2000 ПТС выше, чем у него есть. Понимаете, вся суть. У других такого нету, я вам точно скажу. У других челиков стрим-снайперы нормально, вот на свои ПТС играют там и там. А против меня стрим-снайпер это, я не знаю, вот если у стрим-снайпера 5к,
Он против меня попался, он играет на 7К, потому что он долбоёб. А когда он за меня, у него 5К, он играет на 3К. То есть разница в 2К ПТС. Только минус 2К, если за меня, и плюс 2К, если против меня. Потому что, блядь, долбоёбы. Я к стрим-снайперам плохо отношусь. Против меня хорошо играют, а за меня плохо. Твари ебаные. Недоволен я. Но я побеждаю Плакича, поэтому... Поэтому next. Игра на уничтожение Плакича.